Порошенко перепутал место рождения главы ПЦУ. Митрополит Епифаний родился не в Равенской области, а в селе Волково, которое находится в Одесской области. Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Свято-Покровском кафедральном соборе в городе Ровно перепутал место рождения предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на странице главы государства в Facebook в четверг, 10 января. Особенно приятно быть здесь, в Ровно, потому что это родина предстоятеля Украинской поместной автокефальной церкви Его Блаженства Епифания. И я очень благодарен Равенской земле за то, что она родила предстоятеля Украинской православной церкви, сказал президент Украины. Как известно, глава ПЦУ Епифаний, Доменко, родился в селе Волково Ивановского района Одесской области, а детство провел в селе Старое Жадово Старожинецкого района Черновицкой области. Но сровно Епифания связывает начало его карьеры в ОПЦКП, где он преподавал в духовной семинарии, а также занимал должность секретаря-референта Равенского епархиального управления и личного секретаря митрополита Равенского и Острожского Даниила Чоколюка. Смотреть видео, начиная с 13:40. Ранее стало известно, что 10 января Томас об автокефалии ПЦУ вернулся из Турции в Украину и уехал в Ровно, куда в четверг отправился президент Петр Порошенко и почетный патриарх ОПЦКП Филарет. В ходе выступления в Равенском храме, патриарх Филарет вручил Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения Томаса об автокефалии Православной Церкви Украины. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://teamikorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.